Бешеный ритм современной жизни, плохая экология, вредные привычки, недосып – все это приводит к тому, что отравляющие вредные факторы накапливаются быстрее, чем с ними справляются естественные механизмы. В результате организм становится уязвимым для различных заболеваний и быстро стареет. Решить проблему под силу озонотерапии и специальных детокс-капельниц. В нашей клинике проводится несколько видов детоксикации – это внутривенная и надвенная. Внутривенная представляет собой введение специализированных препаратов, которые, вот, собственно, и осуществляют вот эту работу. То есть выводят шлаки, токсины, свободные радикалы и так далее. То есть и другие прочие вредные вещества из организма. Ну, параллельно, естественно, насыщая его полезными веществами. Капельницы с витаминным комплексом обладают мощным антиоксидантным эффектом. Состав капельницы подбирается врачом индивидуально, с учетом показаний, наличия аллергии, возраста и пола. Уникальная система внутривенного оздоровления и омоложения разработана на основе эффективных препаратов, естественных для нашего организма. Детокс-капельница здоровья и красоты проникает сразу в кровь и действует мгновенно. Восстанавливает работу организма, поднимает иммунную систему, работает с сердечно-сосудистой системой, то есть на сосуды положительно влияет, с прочими заболеваниями, то есть обменом веществ, это сахарный диабет, также с повышенным холестерином борется. Внутривенную терапию применяют и в качестве лечения, и как метод профилактики. Капельницы назначают при сниженном иммунитете и дефиците витаминов. Детоксикация еще и служит своего рода иммуномодулятором, то есть повышает иммунную систему. Таким образом, сейчас в осеннее время это очень актуально, чтобы зимой противостоять вирусным заболеваниям, борется с дефицитами витаминов в нашем организме, что очень актуально, например, тот же самый дефицит витамина D, из-за недостатка которого возникает большое количество заболеваний. Это может быть связано по различным причинам, в частности, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, когда человек витамины может и получает, принимает, но при этом они не усваиваются. Собственно, с этим также работает внутривенная детоксикация. Также капельницы применяют в сфере косметологии для улучшения состояния кожи, ногтей, волос. Потому что без здоровья внутренних органов внешняя кожа все равно покажет проблемы. Поэтому, чтобы выглядеть красиво снаружи, нужно очистить себя изнутри. Детоксикация, омоложение, насыщение организма витаминами – это три основных направления профилактического применения капельниц. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость тех или иных препаратов. Обычно курс состоит из 15 процедур и рекомендуется один раз в год.